Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Zeta Chain. Zeta Chain в данный момент находится в самом начале своего пути на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот проект. Предлагаю начать наше исследование Zeta Chain с сайта компании. Мы видим здесь одну страничку, главную, потому что нам написано, что скоро начинается новый веб-сайт. Мы можем увидеть, что данный сайт состоит только из одной главной странички. Но о данном продукте мы, конечно же, все равно поговорим, потому что продукт интересный и стоит вашего внимания. Zeta Chain – это ирландская компания, которая планирует использовать блокчейн-технологии для модернизации холодовых цепей. Что это значит? Холодовая цепь по своей сути – это непрерывная система из холодильных аппаратов, созданная для хранения и транспортировки скоропортящихся продуктов. Эта система работает уже достаточно давно и радует нас различными своими продуктами, которые невозможно было бы использовать без непрерывной цепи холодильных аппаратов. Так, что собирается сделать Zeta Chain в этой, бы казалось, уже проверенной годами системе? Благодаря централизованной системе распределения реестров, команда Zeta Chain планирует сделать эту сферу полностью прозрачной. Это позволит следить за этапами заморозки и разморозки, а значит контролировать качество продукции. Преимущества Zeta Chain, они уверяют нас в том, что данный проект, он способен вывести безопасность пищевой продукции на новый уровень, избавиться от испорченного мяса, молока и других продуктов, которые требуют серьезного подхода к хранению. За счет полной прозрачности и улучшенной коммуникации Zeta Chain хотят сделать отношения между производителем и клиентом более доверительные. Для компании, производителей и носителей брендов это будет означать, что их репутации ничего не сможет навредить извне. Репутация крупных производителей будет зависеть только от действий самих компаний. Опять-таки, благодаря прозрачности все стороны холодильной цепи смогут доверять друг другу, тем самым повысив конкурентоспособность, а значит и качество продукции. Конечно же, полное исключение всевозможных скандалов, связанных с разморозкой и перезаморозкой продукции, это не избежать. Компании, которые не нуждаются испортить себе репутацию, зачастую прибегают к перезаморозке. Мы знаем, что это может приводить к серьезным последствиям, вплоть до массовых отравлений. Ну, к счастью, век блокчейн-технологии уже на пороге, а такая команда, как Zeta Chain, трудится, не покладая рук. Разработка продукта началась задолго до того, как появились первые новости и заявления. Около года команда Zeta Chain разрабатывала основу проекта. Это можно отследить на GitHub. И, судя по интенсивности работы, результатов стоит ждать уже в ближайшее время. Сейчас компания и команда, в частности, на полную мощность занята разработкой и улучшением своего продукта. Если судить по активному партнерству и инвестициям в эту компанию, то можно с уверенностью сказать, что реализация проекта идет полным ходом и реальные результаты уже близко. Также на этой платформе будет свой токен Zeta. Он базируется на стандарте ERC-20, а значит будет базироваться на биржах Ethereum. Будет возможность хранить и распоряжаться токенами, также и как со всеми токенами, поддерживающими стандарт ERC-20. Планируется, что токен будет использоваться пользователями для доступа к общему протоколу и использованию продуктов Zeta Chain.
Просмотрев информацию, я нашла, что продажи на пресс-сейле уже составили 12%. Основную часть, 44%, планируется продать после старта ICO. Компания ZChain в данный момент не имеет конкурентов благодаря выбранной нише. В продуктах, которые собирается производить ZChain, заинтересованы крупные производители, транспортные компании и известные бренды. Поэтому специалисты предвещают безоговорочный успех в будущем. Также на сайте нам предоставляется возможность стать подписчиками одной из соцсетей, чтобы быть в курсе последних событий данного проекта и получать еще больше информации. На этом обзор нового ICO проекта ZChain окончен. Держите руку на курсе, на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!